Всем привет! Меня зовут Егор Епять. Сегодня я снимаю ролик «Угадайте на ферме». Вот именно. Сегодня я снимаю ролик на ферме, потому что некоторые, может быть, прошлым летом просили, чтобы я записал вот о хозяйстве вообще, вот о ферме. Ну, пока что ферма, вот, ребята, знаете, да? Вот, пока что ферма. Вот рассказываю сейчас все. Вот это вот все загоны, видите, для коров. Вот. Там тоже. Ну, вот так вот как-то. Видите, да? Как-то так вот и живем. Что, здесь людей нет? Походу есть. Ладно, пофиг. Едем. Так, что там орут на коров? Понятно, что? Ладно, едем. Буду рассказывать вам о ферме. И вот здесь загончики есть. Это вот земное хранилище. Кстати, они покрыты какой-то пленкой. Сейчас я вам еще коров покажу. Блин, по говну-то ладно. Вау! Я не думал, что запишу когда-то такой ролик. Вот так вот. Не знаю. Видно ли вам сейчас? Ой, вообще их. Мне кажется, отсвечивает сейчас солнце. Вот. Извините, что чуть-чуть. Очень так неплохо я тарюсь камеру. Тут, кстати, работают сейчас, наверное, на этой ферме. Два вертайла, один с бойлером, а второй, точнее, самый первый вертайл, что-то здесь развозит. Либо на буфе, что вообще вот сюда. Так вот. Там ЧСБ едет. Если видно. Вот. Себе едет. Везет какой-то кубик. Какой-то металл везет. Так, едем сейчас к КЗС. Как там еще это по-другому называется? И обычно на ферме-то вообще не бывает. Редко очень. Ну, зачем мне сейчас вообще делать, так говорится? Вот. КЗС это рабочий вроде бы. Там вот еще сломанный есть. Раньше, в советское время, этот совхоз был очень богатым. А сейчас, ну, то есть, сейчас, конечно, тоже норма. Чего сразу-то унижать тех, кто был-то там. Видишь, да? Вот. Вот. Там старый. КВС еще вот тут тоже серные хранилки. Хранилище. Хранилище. Зерно хранилище. Хранят зерно в них. Потом еще их продают. Ладно, ребят.
Надеюсь, вам понравился мой рассказ. Если да, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.